fetch back the tide they have stolen from us. Love wants you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance alone. Встречайте курские дети. Сергей и Андрей. Дети, добрый вечер. Веса. Дыры. I'm from Switzerland. Helsinki. Это запись? Да. Почему сборная Украины принимает вас за своего? Не знаю, хорошие отношения сложились с двумя семьями. С Мишей Спиваковским я играл за их команду в прошлом году на чемпионате. Хащи. Да. Вот. Потом, что еще было? Ну, с запорожцем. Очень хорошо общаемся с Игорем. Миша Шеломаев тоже играл за нашу команду. И Тарос в чемпионате России в этом году. Так правильно, что... Тарос? Тарос, да. Быки во множественном числе по испанцам. Как прошел предварительный раунд? Ну, в принципе, прошел нормально, конечно. Играл не в полную силу, потому что некоторые элементы не очень хорошо шли. Но, в принципе, сыграл, скажем так, хорошо. Ну, постараюсь, выиграть постараюсь. Ну, как бы загадывать не хочу, но как бы, ну, шансы есть всегда. Ну, как бы у меня шансы большие, в принципе, если верить в себя и побеждать можно всегда. Кто выигрывает у вас? Ой, очень хорошее впечатление. Я так и знала. Вы счастливы, буквально говоря. Что? The Hockey Magazine with the Carrot Prize!
Ну, такая творческая, любознательная девочка такая, ну, классная. Ну, сейчас уже тетенька, можно сказать. Ну, компактная вообще. Я проверить сумку на месте. Не плачет, банально. Да, чемпионка мира. Что это? Банально. Женского одиночного разряда в Санкт-Петербурге сразу по горячим следам после финала. Виктория, ну, делитесь эмоциями, делитесь радостью. Я счастлива, что я еще могу сказать. Насколько тяжело было победить, тяжело насколько было. Мы очень видели, нервничали по да. ходу турнира. Такое ощущение. Очень была тяжело. Игра, где там 4 раза ворота вылетали от экспрессии, да? Да, я очень нервничаю, у меня просто нет слов. Я очень счастлива, я больше, мне кажется, ничего не могу сказать. Удалось собраться? Я очень хорошо. Друзья, Виктория Ларичева, поздравляем с победой. Лучшая женщина из России выигрывает чемпионат мира по настольному хоккею в Санкт-Петербурге. Виктория, спасибо. С победой! Дайте мне его на 5 минут, пойдем. Михаил Сашков, чемпион среди юниоров на чемпионате мира по настольному хоккею в Санкт-Петербурге. Михаил, с победой! Спасибо. Эмоции? Большое. Какие эмоции? Положительное, конечно. Очень доволен, к этому долго шел, тренировался. Насколько тяжело было? Какой матч, может быть, был на пути вот к этой победе самым трудным? Финальный или раньше? Ну, определенно самым трудным был полуфинал с Кевином Эриксоном. Вообще очень трудно. Не, а главное, после Леша бил выход, и то есть оставались да. последние секунды, да. и шайба ко мне попадает на центр. Я уже забиваю, опять же, тот же угол, в который предыдущий забил. И причем даже, наверное, не понял сначала, да? Ну, как бы понял, я еще мысль подумал, вот, справедливость восторжествовала. В смысле, двоечка? Я единственный, кто пел. Вам всем двоечка. Что там, деньги? Деньги? Где деньги? Нет денег, Алексей. Окей. Серьезно? Ты всех определил? Молодец! Ну все, хватит побед. 16 или сколько? 16, 1600. I didn't think I would win after Junior's final 2 prong. Nice! Да-да-да-да, на сайт, чтобы презентация, Кучин? Кучин? Yes, we are very good, we are just having fun. Thank you. По-русски. У нас все отлично, готовимся к завтра. Все круто. По-латвийски. У нас есть картива, мы сготовимся с Риди на Рита Капа, всем командам. Есть картива, я. Латвия. Латвия. Tomorrow. Tomorrow, yes. Удачи. Спасибо. Чтобы Эстония играла со Швейцарией, Латвией, с Украиной. Сделайте здесь? Да.